Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Здравствуйте, с вами ведущая Камила Асилова, и вы смотрите медиа-репортаж на телеканале «Казахстанская медиа-академия». Сегодня мы узнаем, что такое Access Bars, насколько он эффективен и для кого он предназначен. Скажите, пожалуйста, что такое Access Bars? Это методика легких, быстрых трансформаций, которая, знаете, как будто генеральная уборка нашего сознания, которая убирает весь мусор, да, все, что не нужно, все, что наносное, то есть она способна очистить наше сознание, и тем самым, да, происходит изменение в нашей жизни. И эти изменения очень легкие, простые, да, и вы создаете ту жизнь, о которой всегда мечтали. Access Bars, или как его еще называют, методика 32 точек на голове, помогает снять напряжение с мозга, что помогает ему восстанавливаться несколько раз быстрее. Каждая из 32 точек отвечает за определенные сферы жизни. Это деньги, креативность, радость, печаль, старение. Методика входит в систему вербальных и телесных практик. Ее открыл в начале 90-х австралиец Гэри Дуглас, который до этого стал знаменитым благодаря ченнелингам и способности чувствовать энергию там, где люди себя блокируют и ограничивают. Кому вы рекомендуете делать данную практику? Это для любого человека, абсолютно для каждого. То есть эту практику можно делать, начиная с младенчества, да, и то есть нет никаких ограничений, нет никаких правил. То есть это доступно и показано абсолютно всем. Верите ли вы, что данная практика на самом деле улучшает качество жизни? Я верю, потому что у меня супруг был на сессии Access Bars, и он действительно понял, как у него мысли в голове полностью изменились, все ненужные отошли в сторонку, как говорится, вышли из головы. А получается, осознание и само сознание как бы очистилось. Поэтому я в это верю. Верите ли вы, что данная практика на самом деле улучшает качество жизни? Ну, я хочу в это верить. Судя по ощущениям своим, да, скорее всего, работает. Про Access Bars вообще услышала недавно, попробовала один раз, но я увидела на нее очень большой спрос, на эту практику. И думаю, что, оказывается, у нас очень много таких людей, которые уже в курсе таких практик, которые хотят этим заниматься и получать эти сессии. У нас в Казахстане. Просто рассказывая про это, то есть делясь с людьми, то есть проходят у нас такие вот мероприятия, на которых просто люди могут познакомиться с этим, попробовать на себе, почувствовать, как это работает. Ну вот сегодня, да, даже произошли у нас такие потрясающие изменения, у женщины, да, прошла, ну то есть как бы вот эта боль в спине, да, которая мучила ее несколько лет, но это удивительно, и это может, ну, создавать еще больше изменений, поэтому, ну, нельзя, это преступление не делиться этим. Кстати, у меня тоже болела спина, и после практики все прошло. Большое вам спасибо за интервью. Хотела познакомиться. Как может быть еще лучше? Постоянно меня там потряхивает, тошнить начинает от боли. И сейчас это все прошло вот. Это вот после практики вы это, да, все ощутили? Сейчас. Да, я ощутила это. Сколько времени у вас спина болела? Ой, у меня болит лет 15. Лет 15. Не знаю, на один этот раз или это навсегда теперь. Если навсегда, то спасибо огромное. Ну и за один раз тоже спасибо, потому что я вот сейчас стояла, подруге делала когда-то. Импланты, да. Я прям чувствую, что все, я уже не могу стоять, мне плохо. Сейчас рухну просто. Вот. Ну, не даст соврать, это она со мной тоже все время. Она знает про что я говорю, что я могу прям перепарковаться, мне плохо станет. И сейчас вот я говорю, как так, все прошло, спасибо. Как может быть еще лучше? Да. Я говорю, я слышала по русскому радио интервью, и поэтому я сюда пришла, и вот привела подругу, и мы пока что мы под таким грандиозным впечатлением, только что это обсуждали. Мне мурашки. Вот. Кстати, подписывайтесь на YouTube-канал Медиа Академии и смотрите больше развлекательных и познавательных программ. Мы только что делали практику. Скажите, пожалуйста, что вы ощущаете? Когда я получала сама, когда сидела, я ощущала какие-то движения или какие-то
толчки в мозгу у меня, то в одной точке, то в другой точке. А когда делала сама, то ощущала уже по всему телу легкость, спина, боль в спине ушла, головная боль прошла, горло у меня болело, когда сюда зашла. Горло прошло, прям полегче стало намного. Почему вы выбрали именно Access Bars, ведь есть и другие практики? Я была очень долгое время в поисках. Я действительно пробовала разные методы. И именно на каком-то переломном моменте в жизни мне попался Access. Видимо, человек действительно, когда в вопросах, он когда ищет какие-то ответы, к нему приходят в виде занятий, встреч, людей. И через вот такую же открытую встречу в феврале месяце я познакомилась с Мариной. Получила кучу ответов, начала применять, и с того момента у меня начало кардинально все меняться. И что главное интересно, этот метод самый легкий. Простой, легкий и результативный. Здесь вот если сравнивать, допустим, до этого, у меня были сессии, где ты уходишь, так скажем, даже в психологии классической, когда ты вспоминаешь, ты копаешь, допустим, чтобы решить проблему, ты уходишь опять в прошлое, вспоминаешь, боль, слезы, да? Здесь же, когда ты получаешь сессию баров, ты даже можешь об этом не вспоминать, и все вот эти боли, которые, допустим, были в прошлом, они просто растворяются, установки, программы. Когда вот этот балласт уходит, человеку легче живется, легче дышится, и у него глаза ярче светят, ну и более счастливый становится. Ранее вы делали практики такого рода или это впервые у вас? Ну, именно практику Access Bar я получала пару сессий, а вообще именно в сфере вот самопознания, саморазвития уже давно. И если сравнить вот это вот все, я согласна с тем, что Access Bar это намного легче, быстро и то есть без головной боли, чем это вот многие другие практики. Изменилась ли ваша жизнь после знакомства с такой практикой? Безусловно, то есть я почему и как бы сейчас не стесняюсь об этом говорить, да, потому что это изменило не только мою жизнь, а жизнь очень многих людей, кто прошли обучение, кто практикует это регулярно, использует эти инструменты, и иногда эти результаты впечатляют, то есть им хочется делиться, да, с другими людьми, и это доступно абсолютно всем. Как вы думаете, как часто нужно проводить практики Access Bars? Ну, я думаю, в конце недели, хотя бы один раз в неделю, то это было бы, это был, дал бы очень хороший положительный эффект. А так, даже если ежедневно, если человек владеет этой практикой, то, думаю, даже ежедневно она не помешает в конце рабочего дня. Скажите, пожалуйста, а как вы планируете внедрить данную практику? Как думаете, наши казахстанцы уже готовы практиковать Access Bars? Безусловно, готовы, потому что уже много практиков есть. Люди выбирают этот метод, используют это. И то есть очень много изменений это создает в жизни, облегчение, да, решение каких-то вопросов. И ну, то есть это самый легкий способ изменять свою жизнь. А скажите, пожалуйста, ваши ощущения после практики? Ну, конец рабочего дня, поэтому у меня немного болела голова, а после практики мне пришла головная боль. Вы смотрели медиа-репортаж, оставайтесь на телеканале Казахстанская медиа-академия и наслаждайтесь качественной мировой музыкой и передачами на любой вкус. Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж.